Ну, хочу показать из покупок. Ездила я в торговый центр Greenwich. Вот, и решила купить себе пижам. А потом подумала, и на Новый год можно. В принципе, все равно мы справляем дома своей семьей, поэтому и удобно, и комфортно. Вот, в этом году, в общем, все захотели на Новый год пижаму. Ксюха у меня уже старшая выбрала себе пижаму, мы ей купили в H&M. В ленте взяла вот такую оберточную бумагу, очень симпатичная такая, вот тут с карамельками. Вот такая новогодняя, очень мне понравилась. Буду упаковывать подарки скоро, но еще не всем докупила, поэтому... Ну вот, наверное, на выходных я и буду этим заниматься. Докуплю и буду упаковывать вместе с вами. Вот. И, значит, в кто как говорит, резерв или резервет. В общем, вот в этом магазине я купила себе две пижамы. Сейчас покажу. Вот такие две пижамки себе взяла. Они с шортиками. Вот эта пижама, она такая тепленькая. Тут вот баечка такая внутри. Полурукавчики. И расцветка, смотрите, какая новогодняя. Эти пряничные человечки. Эти снеговик. Пряничный человечек. Вот. Очень мне понравилось. Катюха тоже себе захотела. Прям такую же. Вот сейчас, наверное, снова поедем в торговый центр. И Катюхе уже выберем тоже пижаму. Вот. Очень мне понравилась такая расцветка новогодняя. И то, что она вот тут тепленькая. И вот это у меня пижамка. Она черного цвета. Она тоже очень мягкая такая к телу. Тут уже она без байки, тонкая. Вот. И рукавчики такие нарядные. Вова сказал вообще, что это как будто не пижама, а какой-то нарядная футболка с такими рукавами. Но она очень приятная к телу. Вот. Взяла таких две пижамы себе. Ну и заходила еще в Золотое яблоко. Значит, что я выбрала? Ой, тут пестрит у меня. Сейчас я, наверное, на комод лучше перенесу. Там будет почетче видно. Так, перенесла сюда. Тут как-то почетче видно будет. Тут там пестрит все. Вот, в общем, такую тушь взяла. От Vivienne Sabo Cabaret. Тушь мне нравится. Бюджетно стоит. По скидке 199 рублей я ее взяла. Потом взяла сухой шампунь, вот такой от Батист. Вот. Тоже, когда волосы некогда помыть, но надо идти на работу, например, там еще куда-то собраться, выручает. Вот. И взяла маску такую для волос от Evelyn Cosmetics. Вот. Банан, авокадо, папайя. Здесь 500 миллилитров. Большая такая банка. Тяжелые. И самое главное, что я купила, это мне муж дал денег на подарок на Новый год. Говорит, выбери себе, что ты хочешь. Вот. Мы себе подарки как бы сами выбираем. Мы не делаем никому сюрприз. То есть у нас сейчас все уже взрослые, все сами что хотят, то выбирают. Поэтому... Чтобы не было никаких казусов, что кому-то что-то не понравилось или это не надо, мы выбираем себе подарки сами. Потом их упаковываем, убираем под елочку. Но для нас уже как бы нет сюрприза, что там в этих упакованных коробочках. Ну, может, что-то по мелочи еще можем там доложить. Но в основном мы себе подарки выбираем сами. Вот, и я поехала. Я же хотела парфюм.
от Джорджо Армани безумно вкусный аромат. Но решила, ладно, у меня же впереди еще день рождения будет, поэтому парфюм я хоть как куплю тоже. Парфюм у меня будет. Вот. А тут опять же была скидка. Вот здесь вот такой набор. Здесь идет клатч, тушь, карандаш. Это блеск. Блеск, помада, тени. То есть отличный такой наборчик. Мне очень понравился. Вот. И за покупку мне дали вот такие крема от Clarins. Пробнички. Очень приятно. И такой вот, такой леденец-петушок. Вот я так покажу примерно. Этот клатч золотистый. Он весь пока еще запечатанный. Здесь вот такие тени. И цвета это коричневые, люблю такие. Но я думаю, что я всем буду пользоваться. Здесь румяна. Помадка тоже мой цвет. Вот здесь такой прозрачный блеск тоже сейчас в ходу, потому что я увлажняю постоянно губы, зима, мы работаем в масках. То есть вот такой прозрачный блеск тоже очень необходим. Вот такой блеск. И тушь Estée Lauder. Еще и карандаш для глаз черный. Хочу сказать, что от Estée Lauder я еще не пользовалась косметикой. И уж сколько у меня здесь и Шанель были, и Dior были, и каких только не было. NARS, Urban Decay, тут Too Faced. Но вот Estée Lauder я почему-то ни разу ничего не покупала от Estée Lauder. Хотя я вот была наслышана давным-давно, то, что тушь многим нравилась. Но как-то я не знаю, почему-то обходила стороной Estée Lauder. Не сама не знаю, не могу сказать. Вот, и сейчас вот решила наконец-то попробовать косметику от Estée Lauder. В остальных фирмах я уже и Givenchy, Dior. Ой, какие у нас Guerlain, все пробовала во всех. От Guerlain я любила тональную основу. Вот в каждом бренде что-то у меня есть любимое. В Шанель я тени прям просто уже вымазала их всех, все до дна там. У меня есть одна палетка вообще безумно. Причем она мне сначала не понравилась, потом она стала безумно любимой. Вот. И в каких брендах только у меня чего не было. Вот это Estée Lauder будет первый раз. Попробую познакомлюсь с косметикой. Ну вот, я надела эту пижаму. Вот. Не знаю, как будет видно. Но рукавчики очень такие нарядные, даже кажутся. Смотрится хорошо. Вот давайте немножко в таком ракурсе. Я надела, конечно, колготки, чтобы не пугать своим целлюлитом. Вот. Но хочу сказать, что очень мне нравится. Ну и по поводу коридора. У меня спрашивали, и многие в личку писали, как у вас коридор, как обстоятельства с ремонтом. Вот. Ну, в принципе, обои поклеены, плинтуса, ламинат. Но нам теперь нужна вот сюда прихожая мебель. Мы уже заказали материал. Вот у нас тут тоже шкаф. Тоже будет, ну, будут двери у нас тут ставиться. Сейчас пока вот такой неприглядный вид с одеждой. Вот, но здесь будут двери. Вот это тоже мы заменим. Это у нас потому что была мебель такая оранжевая. Здесь она вообще не смотрится. Тоже ее заменим, чтобы у нас теперь все было в светлых тонах. Таких вот. В этом году поставили двери. Наконец-то. Вот у нас теперь в светлых тонах все. Сюда пришлось поставить дорожку. Но просто дорожка, она громоздкая у нас. И поэтому, не знаю, никуда больше не встает, только место ее вот здесь.
Вот тут дорожка. Зеркалом я очень довольна. Оно такое яркое. Вот это место пока очень некрасивое, конечно, из-за двери. Ну ладно. Потихоньку все сделается. Постепенно, потихоньку. Но вот, в принципе, вот так у нас сейчас. Всем доброе утро. Сегодня у нас 22 декабря, вторник. Я только что приехала из больницы. Надо было сдать анализы. Кровь сдавала. Вот. Зашла сейчас в Пятерочку. Коту взяла мягкий вот этот жидкое филе в соусе. Ему нравится. Давненько что-то не покупали. Ему он соскучился. Сразу услышал, прибежал с комнаты. Марципан сейчас хочу попить. Чай или кофе, посмотрю. Вот с этой конфеткой такой. И Рафаэлла взяла уже к Новому году, потому что все равно будут эти праздничные дни. Что-то у меня пришла с мороза, рот не открывается, не говорит, не разговаривает. Ой. И, в общем, взяла Рафаэлу уже, чтобы потом лакомиться в новогодние каникулы, праздники. И вот такую Рафаэлу. Рафаэла 299. Ой, что я говорю вообще? Ферейра Роше стоит 299 рублей. Рафаэла 177. Это я была в Пятерочке брала. Это по акции филе. 24 рубля, 3 штуки и одна в подарок. Я ему уже положила одну. Дала, он уже лопает, сидит. И марципан. Что-то не помню, рублей 70 или 80. Такой батончик. 100-граммовый, но тяжеловатенький. Кто любит марципан? Очень вкусно. Вот сейчас чаек, кофеек. Попью и, наверное, лягу подремать, что-то не выспалась сегодня. Сейчас на завтрак решила поджарить русской колбаски. Иногда так охота вообще. Ой, мне что-то сегодня язык заплетается, прям что ни слова не могу сказать. Колбаска русская так иногда в охотку заходит, вообще хорошо. Я сейчас ее поджарю на кусочек хлебушка. А, 2 кусочка возьму, остальное девчонкам оставлю. Они у меня еще спят, не вставали. Вот. Скажите, вы любите колбаску русскую? Именно вот когда ее еще поджаришь. Вот такой у меня сегодня завтрак. Ладно, еще съем бутерброды. А завтра уже кашку надо варить. Кашку тоже очень люблю, но надоедает. Вот хочется что-нибудь вредненького, жареного. Вот такой колбаски захотелось. Все, всем приятного аппетита, кто тоже завтракает, обедает или ужинает. Кто тут сладко спит? Кто тут сладко спит? Вот кому хорошо. Никаких ни забот, никаких дел. Все по барабану, да? И ухом не ведем даже. И ухом не ведем. Не мешайте ему спать, не мешайте, да? Устал, котейка. Устал. И ему не до чего. А мы сейчас чаек попьем тут
с конфетульками. Вот такие золотая лилия мы пробовали. А вот здесь в наборчике еще есть лист, ой, какой-то, с цельным фундуком, с цельным орехом. И тут еще есть со вкусом абрикоса. Вот такая золотая лилия. Ну что, такой наборчик. И хорошо смотрится. И вкусно. Вот такие мы любим конфетки. Это тоффи. А, ну как и риски получается. Классические риски. Вкусные. Вот эти попробуем сейчас, узнаем. Попьем чаек. Сделаем паузу. Сделай паузу, скушай золотую лилию. Мы тут с Катюхой сели поужинать. У нас рис с рыбкой и с минтаем. Но мы очень любим морковку. Вот рыбу делаю с минтаем и с морковкой обязательно. Морковку очень любим. И вот либо пюре, но рис больше заходит даже. Вот. Сейчас полопаем. Вот у нас тут к чаю конфетки. Я уже показала, что вот это вот золотая лилия. Разные вкусы. Попьем чаек и будем стряпать имбирное печенье. Ну что, будем? Угу. Ладно, приятного аппетита. Сейчас мы решили приготовить имбирное печенье. Мы купили готовую смесь в фикс-прайсе, чтобы облегчить нашу работу с выпечкой. Замесим сейчас тесто. Для этого нам потребуется вот такая смесь готовая. Сливочное масло 150 грамм. Размягченного сливочного масла и 40 миллилитров воды. Так, давайте открывать. Все, высыпаем смесь в миску. Здесь 400 грамм. Добавляем масло. И воды. Все тщательно перемешиваем. Аромат какой вкусный, пахнет, правда, что имбирем и корицей. Безумно вкусный аромат идет. Первую порцию мы достали. Вот второй противень у нас еще там поставили в духовку. Ну что мы можем сказать, это просто супер. Во-первых, кто не хочет заморачиваться с тестом вообще, 5 минут каких-то замесил, все, сделал фигурки и красота. На вкус очень вкусные, очень вкусные. Сейчас у нас они остынут и будем украшать наши печеньки.
Работа у нас тут кипит. Украшаем печенюшки. Вот у меня такой шарик получился. Как смогла, так украсила. Так вот тут вот творю. Катя у нас елочку делает. Вот у нас уже тут шедевры наши. Работа кипит. Творчество. Творчеством занимаемся. Да, Катя? Нравится тебе украшать? А главное потом с чайком уплетать, да, Катя? Всем доброе утро. Посмотрите, чем я сейчас буду завтракать. Конечно, кофе с молочком. Сняла сейчас рецепт. Ой, вообще за 5 минут буквально рецепт сняла. Очень так просто все. Я знаю, что многие делают с лавашом, но попробуйте сделать с блинами. С блинчиками тоже очень-очень вкусно. Единственное, что у меня нету зелени. Так вот прям не хватает посыпать зеленушки. Укропчика это или зеленого лучка сюда покрошить. Было бы так красочно намного. Из головы выпало совсем, не купила вчера зелень. Вот. А так, конечно, очень-очень вкусно. Особенно вот утром люблю с кофе такую закуску. Ну и на праздники. На празднички. А там у меня вот хурма. Не знаю, правда. Наверное, еще полежать ей надо. Не люблю, когда вяжет хурма. Ну что, сегодня 24 декабря. Девчонки открывают свои подарочки. Так, Ксюша у нас попалась. Вот такая щеточка для лица. Сюда нужно средство залить в эту щеточку и массировать лицо, очищать с помощью вот такой щеточки. Так, это у нас Ксюшин. А у Кати что здесь попалось? У Кати попался такой сладкий. Кто-то брала? Такой сладкий. Такая сладкая тросточка. Новогодние. Я вообще люблю такие тросточки, поднимают настроение. Вот и носки, красивые носки такие попались ей. Вау, такие носки красивые. Туда написано Christmas. Угу. Отличные сегодня подарки, да, у вас получились? Угу. Вот такие. Что у нас на ужин? Сейчас покажу. Вот такой гуляш из говядины. Добавила вот такую приправу венгерского гуляша с паприкой. Получилось вроде бы неплохо. Я тру морковку, помидорки добавляю, томатную пасту. Вот такую приправку. Вот у нас гуляшик. А здесь у нас сегодня будут спагетти. Спагетти я решила вот такие макфа-томатные попробовать сделать. Ну, такой цвет бледно-розовый у спагетти. Ну, ничего. Сейчас попробуем, отужинаем. Вот, такие у меня сегодня, такая у меня сегодня на ужин еда будет. Сейчас всех буду звать кормить. Сегодня что-нибудь? Употребляла сюда? Ну, да, один бокал шампанского. Что лизал? То есть твои родители внуков не хотят, да? Ну и из новенького еще взяла вот эти тарелки.
на новогодний стол. 4 штуки. Я просто их увидела, они недорогие. 300 рублей, 330. И взяла вот нам 4 штуки. 4 тарелочки. Потом они, когда пойдут новогодние праздники, я их буду убирать. И доставать только когда снова придет Новый год, снова будут праздники, и будем из них вот кушать. Такие праздничные новогодние тарелочки. Вот такая коробка от Эйвона. От Эйвона ко мне пришла. Заказала вот такую скатерть новогоднюю. Кать, помоги мне ее разложить, показать, чтобы... Вот такая новогодняя скатерть. А здесь у меня будет на столе. Сейчас покажу. Вот такая посередине полоска идти. Так, вот сюда полоска красная. И вот скатерть. Это в Эйвоне я нашла. Ну, думаю, симпатично вроде должно смотреться. По-новогоднему главное. По-новогоднему. Так, это скатерть. Мы ее отутюжим. И пришли всякие у меня там пены для ванны, гели. Тут я уже подарочки положила. Все буду упаковывать, покажу подробнее. Это пока так, чисто обзорчик, что мне пришли вот такие гели. Так что, маман, жди вот такой бутыль тебе на Новый год. Гель для душа. Будет точно. Маме еще там вкусняшки. И еще кое-что будет. Но это все буду я показывать более подробно все подарки. И упаковывать это будет уже в следующем влоге. Я сама еще не пробовала. Все впереди. Говорят, что вообще не отличишь от настоящей селедки под шубой. Потом я нашла рецепт а-ля черные икры из семян чиа. Когда-то тоже... Сегодня 27 декабря. Очередь открывать подарки, да? Угу. Что у нас попадает в кассу? Так, это что такое? Карамель леденцовая, да? Угу. И что это такое? Чай. Ну вот будешь заваривать чай и кушать леденец свой. Ненавижу. Теперь Ксюша открывает свой подарок. О, еще какая-то маска попалась ей. У тебя уже всякие разновидности масок, да, есть? А это с чем? О, прикольная. Это панда какая-то, да? Здорово. Масочку будет делать. Сегодня у нас 27 декабря, воскресенье. Я занимаюсь супом, рассольник варю вот из огурчиков. Огурчики дяди Вани. От дяди Вани, вот, в общем, здесь уже картошечку нарезала, морковку натерла, лук, чесночок. Это я буду зажарку делать, огурчики сейчас порежу. Вот, рис замочила, немного риса, картошка туда в суп пойдет. Ну, подробно не буду снимать, потому что у меня уже во влоге очень много готовки, еды и всего прочего такого, чтобы вам не надоедать с едой. Вот, и здесь параллельно смотрю... YouTube, конечно же, включаю. Смотрю вот Лену. Елена 864, ее прошлые влогмасы. Обожаю смотреть всякие влогмасы у девчонок. Даже вот уже с повтором смотрю за прошлые года. Очень нравится. Вот, это в параллель, пока я готовлю. Ну и здесь вот у нас мы завтракали блинчиками со сгущенкой. Сгущенку любим только алексеевскую.
самая вкусная для нас алексеевская сгущенка. Вот. Еще Ксюха у нас сейчас придет, покушает блинчики со сгущенкой. Мы уже все поели. Ну все, продолжаю готовить. Не знаю, сегодня еще будет включение или не будет. У меня еще заказ в Литуале. Я должна поехать в Гринвич забрать. Делала через интернет-магазин, но забрать надо в Гринвиче. Вот. И если что-то еще будет интересненькое, еще включусь. Может, за сегодняшний день и уже за целую неделю потихоньку наснимала. А еще из новинок у нас появилась вот такая банка. Сюда можно будет конфетки или печеньки положить. Вот, и из этой баночки брать конфетульки. Конфетки. Конфетки-бараночки. Очень даже по-новогоднему такая баночка смотрится. Вот. Причем она такая вместительная. Я считаю, что здесь конфет можно насыпать. В принципе, нормально. То есть достаточно. И вот так вот брать. Еще одна приколюха новогодняя у нас тут на столе появилась. Вчера ездили по магазинам. Немножко взяли уже для Нового года, для новогоднего стола. Взяли вот ассорти. Тут огурчики с помидорчиками. Сок уже на стол. Катюхи, это детское шампанское. Ну, эти апельсинчики мы и так всегда кушаем. Стараемся часто есть апельсины, мандарины. Ну, это у нас просто к чаю лежит. Печенюхи все равно еще до Нового года 4-5 дней, и с чаем что-то охота пожеваться. Просто печенье. Так, это вот мы взяли на новогодний уже стол. Так, и в холодильнике что мы взяли? Значит, у нас масло сливочное, майонез. Вот обожаем вот такой майонез, берем провансаль ЕЖК. Огурцы, вот я уже их открыла, потому что рассольник сейчас варю. Рыбку, форель. Одну себе, другую маме взяла. Там вот у нас тоже еще помидорки. Горошек, ананас для салатов. Тут зелень, копченая курица, яйца, грибочки. Так, и там вот у нас икра. О, холодильник надо помыть, тоже будет заняться этим. Ну вот так пока понемножку уже кое-что взяли, чтобы было. Ну вот и с Катюхой мы съездили в торговый центр. В резерв все-таки сходили. Она выбрала себе тоже пижамы. Вот такую пижамку. Это вот костюм такой. Ну, он как теплая пижама, они говорят. Но он очень теплый. Мне кажется, что в нем можно даже на улицу пойти и на коньках покататься. Теплые штаны, теплая кофточка такая яркая. Со снежинкой, новогодняя. Очень ей понравился вот этот костюмчик. Все это я тоже положу под елочку. И вот такую футболку она себе выбрала. Вот такие подарки она себе определила, а я уж упакую и под елочку беру. И все уже это достанем только 31 декабря. Ну и вот, зачем я ездила в Литуаль, получала заказ. Вот. Это я взяла маме тушь. Так что, мам, смотри. Получишь подарок, классную тушь от Yves Saint Laurent. Она обалденная, я уже как-то давно ее покупала, мне она очень нравилась. Классная очень тушь, черная, объемные такие ресницы получаются. Вот обалденная тушь, и без косметичка, и вот. И я упакую.
Вот, и у меня еще тут помадки будут. Консилер. Тоже тушь. Себе такую же. И смывку. И смывку. И вот такие помадки здесь. Одна красная. Вот такая другая. Очень носибельная. Как пыльная роза. Вот, буду ей тоже пользоваться с удовольствием. Это я взяла себе сама на Новый год подарок. Вот. Тушь тоже очень крутая, можно сказать. Крутая. Крутая тушь. У меня была уже такая. Ресницы получались нереальные. Безумно классная тушь. Смывочка пригодится, конечно же. И вот такой консилер. Это под глазки. Здесь есть кнопочка, нажимаешь, и под глазки вот тут вот на кисточку выходит средство. Тоже у меня был этот консилер. Закончился, и вот теперь снова решила взять, порадовать себя. Вот, помадки. Очень довольна помадками, смывочкой тоже. Ну и на этом я буду влог заканчивать. Я думаю, что он у меня опять получился длинным. Поэтому на этот раз все. Следующий влог будет с упаковкой подарков. Скорее всего, будет предпраздничный уже. Ну и, возможно, 31-го я покажу, что мы готовим на новогодний стол и как я украшаю стол. Ну все, на этом я говорю вам большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео.